Всем привет! Сегодня я вам покажу, как своими руками буквально за пару минут отремонтировать москитную сетку. Как вы видите, она у меня вся дырявая. Сейчас я близко покажу, в каком состоянии москитная сетка. Вот вы видите, вот отверстие. Здесь вот все порвано. Вот. Здесь порвано, здесь порвано, здесь порвано. Ну, то есть, вот тоже разорванное. Откуда вот эти отверстия у меня лично появились? Смотрите, когда застревают там разные мошки, комарики, ну, в общем, всякие насекомые, то птицы, воробьи, синички, они пытаются их оттуда извлечь и клювом рвут вот эту сетку. Но на самом деле все это легко исправить без проблем. Причем с этим справится даже человек, который никогда этим не занимался, просто посмотрел мое видео. Итак, устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, а я начинаю. Первым делом нужно ее удалить, вот эту порванную сетку с вот этой рамки. Для этого вот здесь вот в уголку можно просунуть вот такой вот обычной минусовой отверточкой маленькой и вытянуть вот этот вот шнур, который и держит москитную сетку. Этот шнур выбрасывать не нужно, просто аккуратненько его извлекаем. Еще, друзья, чуть не забыл вам сказать одну важную деталь. Прежде чем вы собрались ремонтировать вашу москитную сетку, вам нужно сходить в магазин любой хозяйственный и купить новой сетки. Она стоит совсем недорого. Выглядит она примерно вот так вот. И продается метражом. Сколько вам нужно, столько и покупаете. Врать не буду, но рублей 40 погонный метр. Может быть даже и дешевле, у кого-то дешевле, у кого-то может чуть дороже. Но всяко она будет дешевле, чем покупать, заказывать новую москитную сетку. После того, как извлекли шнур, его нужно хорошенько протереть влажной тряпочкой. Вот и все, шнур целый, откладываем его и выбрасываем старую сетку. Перед тем, как стелить новую сеточку, рамку желательно также хорошо протереть и помыть. Следующий шаг, это нужно расстелить москитную сетку с запасом, примерно по 5 сантиметров с каждой стороны. Отрезаем все лишнее. Все, начинаем натягивать шнур. Все это делается просто обычной минусовой отверточкой. Желательно, чтобы она была не острая. В момент тогда, когда вы заправляете шнур в новую москитную сетку, чтобы она не сбивалась, вам было комфортнее работать, вот на этих краях можно просто прижать обычными прищепками либо струбцинками, сделать предварительный натяг, так сказать. Тогда будет работать намного проще. Вот, в принципе, и все. Для замены москитной сетки мне понадобилась обычная минусовая отвертка. Как вы видите, она сама натянулась, сеточка. Все четко, нигде никаких провисаний. Осталось только убрать вот эти излишки. Сейчас я покажу, как это сделать правильно и довольно качественно. Для этих целей я буду использовать обычное лезвие для канцелярского ножа. Чтобы не повредить случайно вот эту основную сетку, будем резать вот таким вот образом. То есть подставляем к внутренней части пластиковой рамки и просто-напросто ведем по резинке. Все получается идеально ровный срез. Нигде ничего торчать не будет. Проделаем эту операцию по кругу.
Вот что у меня получилось. Излишки выбрасываем. И видите, идеально ровный срез. Вот такая вот москитная сетка, которую я отремонтировал буквально за несколько минут. А если бы еще не снимал видео, и то быстрее бы получилось. Как-то вот так вот. Так что, если вам понравилось видео, поставьте лайк. Не отдавайте никому на замену. Ремонтируйте сами, ничего сложного. И самое главное, это очень дешево и быстро. На сегодня у меня все. Желаю всем добра, удачи и успехов. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока-пока.